Конечно, нужно отметить и негативные явления. Это потому, как были распроданы участки на пришкольных участках. И хорошо, что уже прокуратура вернула часть этих земельных наделов в школьный оборот. Думаю, что и здесь надо делать нам выводы, но мы опять как-то мягкотело немножко прячем сегодня глаза, отворачиваемся от этой проблемы. Я не пойму, как тот руководитель, который не справился и был уволен из власти за нарушение в его структурных подразделениях, сегодня является преподавателем Вольского военного училища тыла. Мне интересует вопрос, он что будет преподавать? Как эффективно распродавать тушенку и обмундирование для наших солдат? Коллеги, но давайте к этим вещам относиться более строго и более строго спрашивать себя и за те деяния, какие мы делаем.